стала мамой семьи Алины Кабаевой пополнение. Олимпийская чемпионка уже давным-давно ведет отшельнический образ жизни. Звезда российской гимнастики больше не появляется на светских мероприятиях и тщательно скрывает свою личную жизнь. Накануне всплыли новости, что Алина Кабаева родила второго ребенка. Резкий уход девушки из большого спорта связывает с началом политической карьеры. Но и об этой части жизни Кабаевой мало что известно. Поговаривает, что Алина связана с семейными узами с неким государственным деятелем. Однако эта информация все еще не подтверждена. Большие тайны для прессы порождают возникновение всевозможных слухов. На этот раз СМИ опубликовали громкую новость о второй беременности Алины Кабаевой. Правда, журналисты заявили, что бывшая гимнастка уже родила. Особо любопытные пользователи социальных сетей заверили, что похожие слухи всплывали несколько лет назад. До сих пор мир так и не увидел еще одного отпуска гимнастки. Стоит отметить, что молчание Кабаевой только провоцирует СМИ и побуждает журналистов ворошить прошлые чемпионки.